В таджикском сегменте соцсетей в эти дни развернута флешмоб-кампания в защиту хиджаба и исламского женского одеяния. Кампания проходит под лозунгом «Не оставайся равнодушным». За несколько дней уже опубликовано более сотни видеообращений со стороны обычных граждан, где они высказываются в защиту хиджаба как одного из главных исламских предписаний. Ассаламу алейкум ва рахмат хаки мусульмани тамоми дунё. Ам конек да буад беброя барои барзиди сатр хиджаби занако мо мисол мардуми тоҷики дар муҳоҷиратем рози нестем. Я не понимаю, почему они хотят это сделать. Я горжусь тем, что я ношу хиджаб. Также в видеозаписях люди высказывают свое несогласие и осуждение в адрес режима в Таджикистане за решение разработать законопроект, запрещающий женщинам в хиджабе и сатре вход в учреждения, предприятия и организации, независимо от их форм собственности. Напомним, что в начале декабря для разработки подобного законопроекта была создана рабочая группа. Представитель Национального центра законодательства 14 декабря в беседе с радио Задира сказал, что межведомственная рабочая группа была создана в соответствии с распоряжением президентской администрации на основании предложения Комитета по делам женщин о запрете входа женщин и девушек с сатром и хиджабом во все учреждения, организации и предприятия, независимо от их форм собственности. Примечательно, что к флешмобу с каждым днем присоединяются все новые участники, и компания набирает обороты. В основном видеопубликации делают молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Они проявляют свою озабоченность в связи с войной, объявленной исламу режимом Рахмона в Таджикистане. Боя граванди ташиш овар табдиль офтас, махсуан дар шаари душан.